В исполнении епитимии государыня желает молиться на паперти. Собери нищих, увечных, но не более десятка. Целуйте руку Ее Императорского Величества. Милости просим, государыня. Ну, здравствуй, герцог. Красивые у тебя дети. Елизавета и Екатерина. Девочка? Мальчик, государня. Петром назвали. В честь вашего великого отца. Почему Анна Леопольдовна не вышла меня встретить? Здорова ли? Катенька, проводи ее величество. Ваше величество. Малолетний Иоанн Антонович по праву наследовал российский престол после смерти императрицы Анны Иоанновны, но царствовал всего несколько месяцев. После переворота Елизаветы Петровны Иоанн VI был заточен в крепость, а его родители Антон Ульрих и Анна Леопольдовна отправлены в монастырь в Раненбург, а затем на север, в Холмогор. Маменьке не холодно, потому что она умерла. Почему не доложили, Алексей Григорьевич? Не знал, государыня. Не сделали доклада. А если эта могила пуста? А наша бывшая регенша сбежала и уехала в Брауншвейг, и сейчас там готовит заговор, а этот ничтожный немец только мечтает о том, как стать генералиссимусом русской армии. Сочувствую тебе, герцог. Благодарю, государыня. Мы все смертны. Встань. Было бы бесконечным счастьем, если бы вы, государыня, позволили мне написать ему. Государыня, позвольте. Напиши. Государыня, канцлер Бестужев доносит. Возвращаемся, Алексей Григорьевич. Государыня, Христом Богом прошу, что нас ждет? Разрешите детям выходить гулять хотя бы раз. Государыня, скажите Иоанну, что мы его любим. Государыня. Все готово, Ваше Величество. Изволите молиться. В другой раз.